Всем привет! Сегодня я вам расскажу, кто я, что я и зачем я делал контент. Данное видео будет разделено на несколько частей. Часть первая. Паблик. Паблик — это то, с чего все началось. Он был создан 5 июня под влиянием мема. Первое время там не было ничего интересного. Ну, разве что мои тупые мемы, которые... Даже моим друзьям не казались смешными. Паблик был создан, когда мы с моей подругой сидели у меня дома. И мне резко взбрело голову. О, я хочу сделать свой паблик. На самом деле, в первое время он не имел никакой ценности. Просто паблик как паблик. С дебильными мемами и тупыми пикчами, которые никому не были нужны. И вот, 23 июня вышло мое первое видео. Часть вторая. Видео. Казалось бы, еще недавно я сидел с другом на кухне его квартиры. Мы смотрели разные видосики, и тут мы увидели это. Metal кавер песни Madness. Кавер нам даю очень понравился, и мой друг сказал: а как бы это звучало с голосом? И я загорелся. Придя домой, я взял в руки свой телефон и начал творить. На тот момент у меня было всё лишь две программы для монтажа и для скачивания видео с YouTube. Программа для монтажа до сих пор осталась неизменной. А вот проги для скачивания видео с YouTube... Там просто ужас. Я сменил несколько программ для скачивания видео с YouTube, так как первая была на самом деле не очень. Скачивал видео в плохом качестве, а потом и вовсе перестала работать, потому что закончился пробный период. А нет, стоп, обманул. Программ было три, потому что у меня еще была программа для рисования, в которой я делал превьюшки и в которой до сих пор рисую для вас. Да. Часть 3. Мэшапы. Все началось с выхода мода на Sunday. В момент времени это был очень крутой и популярный мод, так как в нем были красивые кат-сцены, крутой звук. А самое главное для меня здесь был, это кавер на песню Madness. Не, ну а вы чего хотели? Думали то, что я буду делать какой-то другой контент? Нет, Madness Combat у меня самый прибыльный здесь получается. Самый популярный видос, как никак, у меня Madness. Твой первый видос это Madness. Забавно. Но это уже не важно. Потому что мне это нравилось. И я продолжал развиваться как мешапер. Я выпустил еще несколько мешапов. Тот же... Genocide и Expurgation. А потом вышли два видео, два ключевых, не боюсь этого слова, видео. Expurgation Stop Error и Рики первой фазы поет Madness. Часть 4. Хайп. Видео, которое я упомянул ранее, сейчас является самым популярным на моем канале. На данный момент оно собрало около 230 просмотров, что для меня сейчас довольно большая цифра. Хотя, как только я выложил этот видос, он набрал довольно немного. Даже на этапе создания думал, что он соберет немного. Для меня было шоком, что он соберет так много просмотров. И за это, в первую очередь, я хочу поблагодарить вас, моих зрителей. Ну а потом произошло, так сказать, затишье. Часть 5. Затишье. В тот момент я активно работал над большим проектом Project Madness. Ну, кто знает, тот поймет. В то время этот проект у меня забирал все силы и время. Из-за этого я не мог работать над обычными видео. И я совсем забыл про канал. И вдруг я понял, если я сейчас не буду выкладывать какие-то видео, просмотры у меня совсем упадут. И Project Madness ничего не соберет. Ну, вы сами, в принципе, понимаете, что мне это вообще не нужно. И я вспомнил, что когда-то давно, на тот момент, примерно месяц назад, у меня уже был готов ремикс на песню Octoplasm и Fanmade Anna. Я им быстренько сделал визуал, превьюшки и скинул на YouTube. Потом я слил кусочек одной касцены, санимировал концепт от одного чела, и потом я уже, в принципе, выложил Project Madness. На этом мы подходим к концу. Первая часть истории моего канала. Так почему же я решил выпустить это видео? Все просто. Канал уже год, это его день рождения, я решил выпустить такое видео. Спасибо всем, кто следил за моим творчеством, кому это было интересно и кто меня поддерживал. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, но не навсегда.